Цветы, благодарственные письма и подарки коллектив НПО имени Лавочкина проводил на заслуженный отдых ветеранов. Эти люди прожили целую жизнь на предприятии. Стаж работы больше 65 лет. Они стояли у истоков, совершали открытия и совершенствовали космические аппараты. Мы работали в одном подразделении, вместе ездили в командировки. Моя первая такая очень знаменательная работа – это Марс 73-го года. Четыре машины параллельно. Много здесь вложили, поэтому, конечно, первое вспомнить. Мы же не сами выросли, а вот те люди, которые нас воспитали, окружали и так далее, хотя бы… Наверное, в этом зале нужно сказать спасибо. Поздравили ветеранов с выходом на пенсию руководство предприятия, профсоюзный комитет, друзья и представители администрации городского округа. Все сотрудники воспользовались программой социальной поддержки «Ветеран». В рамках проекта пенсионеры получат ежегодные путевки в санаторий, денежные выплаты ко Дню Победы и Дню пожилого человека и поздравления к юбилейным датам.